Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. И хочу вам показать две крутые книжки, которые вам понадобятся, если вы занимаетесь технологической документацией и описанием моделей. К сожалению, я не знаю аналогов на русском языке. Эта книжка служит как учебник в американских колледжах. И здесь рассказано все от описания индустрии, да, в них много текста, и эти книжки входят в мою личную коллекцию. Собственно говоря, как что строится, уже, вот я сейчас посмотрю год, чтобы было понятно и интересно, это у нас не как год, 2014 год, смотрите, уже шел разговор о 3D-моделировании, то есть как бы достаточно прогрессивная. Издательство, здесь все это описано. Дальше вот эти сайз-чаты, как снимать измерения, как это все готовить, как это все делать. Рисуем эскизы, собственно, то, чем мы занимаемся. Вот технические термины, которые используются в дизайне. Вот. Соответственно, дальше вот что такое хенгеры, как с ними работать, какие есть типы переплетений, трикотаж. Кстати, описание оборудования у нас такое было в учебнике по технологии, правда, в более скучном формате, но по смыслу то же самое. Вот. Соответственно, как рисовать всякие низы, как это описывать, как это все распределяется. Здесь все это есть. Но здесь эта книжка не только про рисунок, как я вот до этого показывала какие-то художественные вариации, да. Эта книжка еще и про техническое описание, про составление документации и так далее. То есть будет вам безумно полезно именно тем, кто занимается полным производственным циклом. Вот смотрите, технологические схемы. И пример дизайн-документации. Собственно, здесь вот, да. Почему у нас этого не учат, я не могу сказать. Если кто-то знает аналог, я буду вам безумно благодарна, если вы мне скинете аналог книжки на русском языке, я прям ее сразу приобрету. Потому что я большой любитель и книгоман. Вот, соответственно, вот в таком формате. Вот это прям примеры технологической документации, которые реально используется со схемами, подкладками и всего прочего. Если бы мне ее показали, когда я училась в институте. Если бы пришлось все это нарабатывать, соответственно, термины на английском вручную, только опытом. И еще одна книжка, тоже она американская. Ну вот они молодцы, они все это конспектируют, издают книжки, и у них они в прекрасном виде. Тоже здесь текстовичка достаточно много. Про то, как происходит, соответственно, процесс производства, как оформляется технологическая документация, что для этого нужно. Собственно, здесь вот все это собрано. Крайне рекомендую к ознакомлению. Ну, здесь вот смотрите, даже коды, как происходит вот логистика, как масштабное производство. Technical package. Это вот как раз то, о чем мы с вами говорим. Технологическая документация. Данные шаблоны, как их заполнять, как что с ними делать. Частично в них, конечно же, входят и те эскизы, которые я показывала, как рисовать. Здесь еще входят технологические аспекты, конфекционная карта, еще конструкторские моменты. Потому что технологическая документация — это работа не одного специалиста, а нескольких. Вот такие две уникальные книжечки с полным описанием, вот примерами, как снимаются мерки, как это все делается. Это реально вот прям практика жизни. Просто практику взяли и записали. Какие есть манекены, как мерить на детей. Соответственно, вот они все там переплетения, все сюда они включили и сделали. Вот. Эта книжка, она такая более тонкая. Это такой монументальный у нас словарь. Обе очень полезные. Если найдете, это достаточно старые издания, они вам очень-очень хорошо помогут. Ну, а если вам вы знаете такие же на русском, обязательно пишите мне, я вам буду безумно благодарна. Появились вопросы, обязательно задавайте, я на них отвечу. А описание этих книжек я оставлю
под данным видео. Вы сможете их сами поискать, если они вам понадобятся. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока.